Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области утвердили перечень востребованных профессий. Соответствующие постановления опубликовали на сайте регионального правительства. Всего в списке 176 профессий. В их числе автоматчик, аппаратчик, инженер, механик, слесарь, конструктор, мастер участка, фрезеровщик, швея и другие. А среди организаций, которые остро нуждаются в кадрах, 20 промышленных предприятий. Среди них «Вятка», ВМП «Авитек», «Кировский шинный завод» и другие. Экономика. Двое кировчан потеряли на лжеинвестициях 5 миллионов рублей. Так, одна из жительниц региона увидела в интернете рекламу, в которой использовались фотографии известных в стране людей крупной энергетической компании, поверила в доход на инвестициях. За неделю она сделала 14 денежных переводов преступникам. Для этого взяла кредит на 1 300 000 рублей. Также вложила свои накопления и заняла деньги у знакомых и родственников. В итоге потеряла почти 2,5 миллиона. Еще один кировчанин, поверив в похожую схему обмана, за 2 месяца потерял 2 миллиона 800 тысяч. Сейчас по этим фактам возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Беспорядок – препятствие к развитию вашего бизнеса. Функционирование компании становится понятным при внедрении управленческого учета. Для этого требуется, например, систематизировать доходы и расходы, начать собирать в единой системе информацию о них. Владелец уже на этом этапе может увидеть по-новому себя и свой бизнес, говорит руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. Собственник всегда вносит некий элемент хаоса в бизнес. Вам надо просто, возможно, делегировать некоторые оплаты, прописав, при каких условиях они, например, делаются и каким образом потом отчитываются по этим оплатам. Либо, например, если вы делаете какие-то оплаты с картой, прям заведите отдельную карту, чтобы не мешалось ваши личные там доходы и расходы и бизнеса, а вы потом не можете их понять, что именно относится к бизнесу, а что нет. Учитесь делегировать, не делать лишнего и четко работать с цифрами вместе со специалистами «Бухгалтер и я». 213-112, телефон для вопросов и записи на консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».